Ликвидировать кого-то надо? Ликвидирует. Так как, знаешь... Ну, давай, создавай. Да, уже. Россия сосет, чувак, оставь нас наедине. Дословный перевод чата в GTA Online. Да. Нихуя себе, у нас байки, блядь. Мне байки дали. Которые скрыли. А нахуя мне байк с пулеметом и без ракет? Ладно. Блять, там уже люди джетпак купили. Да. Уничтожьте дилеров. Ты там далеко? Я лечу. Бля, нахуй... Нет, я все-таки не буду на этом, блядь, ебаном. На ебаном. Я лучше возьму... Гади, один вертолет я сделаю. Ха-ха, меня. Я уже улетел. Ну ладно, я найду сейчас один. Вот сейчас точно должны там зареспауниться. Наверное. Сука, где Илья, где... Никого, даже Ахмеда нет. Ахмеда, блядь. Че за дилеры? Здорово, пацаны. А, так они на машинках ездят. О, на фиолетовых. А, ну что? Минус дилер. Я лечу к тебе. Короче, на вертолете вообще самое то. Уничтожать их. То, что ездить вот эти липучки на них ставить, да, ну, чушь. Да, никто так не делал никогда. Не, я имею в виду, есть на транспорте-то. Ой, блин, наводка бы сработала. Нет, не на того. Не на того, а, или на того. Какого хрена? Стреляй! Стреляй! Давай! На! Бля, он на велике, походу, едет! На бронебойном? Походу, на бронебойном. Не могу попасть в него. Опять-то... Че? Ладно, может, вертолет не самая лучшая идея была, но... Да, он на велике, реально. Да че это за велик, чувак? Блядь! Блядь! Винтом зацепился! Этот дилер сейчас меня на вертолете, сука, размотает. Ты сдохнешь или нет, пидор? Что происходит? Он на велике вертолет просто ректит, серьезно. Ой, я убил его. Короче, я понял. Теперь, если хочешь уйти от вертолета, просто велик бери, реально. Велик реально тащит. Ну, чувак, если гений преступного мира на велике пройду, в принципе. Ну, ну да. А, вот второй, понял. И второй на велике, бля! Бля, 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 бля! чувак, я тебя сейчас просто на винт посажу, пожалуйста. Да, блядь, скотина. Ой, я гражданского убил. На! Войдите в дом. Какой дом? А, дилера? А, все. А, я, в принципе, подлетел. Не рассчитывайте на теплый прием. А, это ты летишь. А где дом? А, понял, кажется. Вот он, да. Ой, Pacific Standard, блядь. Ой, ой, ой. Нет, 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 нет. At least one B. О! Итак, берем дробовик и за дело. Погоди, а там не надо было случайно на крышу приземлиться? Я думаю... А, не. Начинается... Я боеприпасы пополню, блядь. Всего-то на миниган 13 тысяч. Криминальное чтиво. Начинается. А куда тут войти-то? Вы чё, наркоманы, что ли? Где отсюда? Собака. А с другой стороны? На тебе. Сейчас возьмем. С другой стороны? Да я сейчас все сделаю. О, вот это катсцена, нифига себе. Я вообще-то хочу увидеть. Она плечом дверь выломала. Ой, тут наркоманы.
Как тебе, блядь, войти? Сука, блядь. Все. Ну я, в принципе. Вот это американская история X. Все? О, здорово. А вот и я. Ну, давай вертолет поднимем. Давай. А теперь глобальный сигнал. О нет, не мешайте нам только, пожалуйста. Мы ценим всех игроков GTA Online, поэтому идите нафиг. Садись, бот, Владимир. Бля, Владимир, садись быстрее. Я сажусь. Не боись. Этих, блядь, лоурайдеров. Да. А так, так дилеры вертолет... на них и гоняли. Вертолет долго особо не выдержит, так что. Выдержит, выдержит. Летим. Летим до небес. Да, летим до небес, а еще потом парашют. Да. Достучаться до небес. Это еще только подготовительные к подготовительному. Да. Не вздумай, не вздумай. Не вздумай. Нет, он еще пока поживет. То он уже потихонечку там останавливался. Ну, он, короче, 0,1% там убили уже с орбитальной пушки. И 0,3% судный день начали. Окей. Underground Classic. Вот это название трека, конечно. Какой? Потерял белый кокаин. Вау. Дикобраз 13.55 исчез. И что, теперь искать его? Не-не, братан, да, не глушись, пока не глушись. Да, мы почти долетели, мы просто можем спрыгнуть. Пока рано. Его все равно там через 3 минуты уже восстановят. Там самолет под нами. Это не самолет, это... Блядь, скажи, чем. Это так почему-то обозначен этот мотоцикл, который может летать. А-а-а. Да, я тоже сначала подумал. Ой-ой-ой, топливо закончилось. Убил? Вот это жюх. Ой, как я тебя убил, а? Не знаю, блин. Короче, шеф минус. Ну что ты скажешь? И проценты минус. Минус гений преступного мира. Не. Мне кажется, знаешь, как бы считалось, если бы нас другие игроки бы убили? Наверное. Нет, если бы вообще мы не умирали, я думаю. О, принимай меня. На, блин. И выполнено. Оу, блять. Господи, блять. Решил уж почесать, чуть наушники не упали. Прям все дело на секунды шло. Где, народ? Пришлось бы потом стримить на 1500 на новые наушники. Где народ, блять? Хочу народа. Гений преступного мира. Хотя нам надо пройти еще, да. Куда ты? Не, я просто хочу цифры глянуть. Как они расположены. Пошли в комнату с подготовительным. Короче, пароль там 4285. Типа того. Дверь ничего сломала моего персонажа. Какая? Да вот то у тебя тут в бункере какая-то. Мой персонаж просто встал. А вот и Клифф, Там катсцены пошли? Не, просто написано выполненным. Теперь данные ОСГ. Команда 1 штурмует Литейную, вторая прикрывает. Команда 1.
А вторая прикрывает. Что там? Всего двое, с удобной позиции. О, я хочу с удобной позиции. Я хочу, чтобы ты в литейную пошел. Или нет? Ну или я не знаю даже. Ну, хочешь удобную, мне пофиг. Все баланс равно это команд, говно. Конечно, да. Зачем баланс команд, когда тут, блядь... Два человека. Да, блядь. Да даже если бы 4 было, какая разница? А, хотя, ну там, да. Там есть разница. Ну, один бы пошел штурмовать литейную. Да. Давай, начинаю с АГ. Так, стиль игрока... Я не пойму, эта музыка именно на радио играет, или она прям под эту менюшку? По идее на радио должна, но почему-то ее не нахожу. Погнали. Погнали. Тебе всего-то еще сотку надо апнуть, чтобы меня нагнать? Да. А, опять флексит. Флексит. Дозорная, наземная. Ты кто? Ты наземный будешь? Ну, дозорная, наверное, по изи будет. Ну да, да. Да мне пофиг, погнали. Мне куруба есть. О. 2, 8, 4, 3. Не знаю. Где-то я уже это интро видел. Наверное, да. Блин, то только 10 из 29, капец. Не, за день я точно не хочу все проходить. Может быть, ну второй этап, думаю, хватит, да. Ну второй этап и да. А, чувак. А, ну да, нельзя же вертолет. А, нельзя? Вертолет. Не, а. Вряд ли он заспал место. Можешь, конечно, проверить. Приехали. Здорово, пацаны. Ну, ладно, не, погоди, проверь на всякий случай. Может, он там есть что-то? Нет. Вертолет. Уверен? Да. Бля, ну один склон. Дейта. Не. Liberty City. Anyway, this old agent was looking into the data breaches and poof, he disappears. I'd leave him disappeared, but the boss, Mrs. Rackman, won't pay us unless. А кто такая Рэкмен? Она вообще была в прибыль? Не, вот именно это новость, она же. Естественно, у них дохуя бойцов, блядь, сейчас опять на 3 часа. Да. Ну, если все пойдет нормально, тогда я их отстреливаю, а ты там заходишь. Щукиным, господи. Щукиным. Как так перевели-то, а? Сукиным. Щукиным. Так она ж типа ошиблась там? Да, я понял. Ну Щукин, бля. Щукин. Просто с ума сойти. Grand Banks. Я впервые вообще названия эти вижу даже. И эти все драйвы тоже первый раз видел. Графон включил? Включил, 40 FPS. Надеюсь, 60. Да. Хорошо, что я это не стримлю. Бля, 5 километров. Да. За что? Hell awaits. Ну видишь, вот далеко взяли штаб. Минус поездка. Так, а если взял поближе, плюс поездка чуть-чуть там было бы и все. Да. Ну видишь,
Тебя банально просят переплатить за то, что ты быстрее просто доезжал до места. Да блин, лучше бы я за вертолетную площадку у себя на базе там заплатил бы еще. Ну вот. А, она есть, да? Не, я говорю, если бы она была, я лучше бы за нее переплатил. Ну да. И полетел бы. Не, ну Avenger, кстати, таки может быть на базе вообще-то. Его можно купить. А. Так что. Ну, делюкса топ. А всего-то обойдется, сейчас скажу. 3,5 всего. Mm-hmm. Причем интерьер ты можешь у него выбрать. Турель ставить или не ставить. Автомастерскую. Погоди. Да не, Avenger того не стоит. Вот делюкса стоит, да. Делюкса и джетпак. И вот джетпак хочется еще посмотреть. А ты, кстати, нашел его в магазине, где купить? Да, конечно, он в Варсу. Сколько он стоит? $100? Без скидки 3 миллиона 657 тысяч. Вау. Со скидкой 2 миллиона 750 тысяч. А как скидку получить? Ограбление с ним пройти? Выполнить финал сценария судного дня в качестве лидера. Все понял. Только в качестве лидера? Да. А, ну круто. То есть тебе... О, начинаем. Сейчас это все не засчитывается тебе, да, в этом плане. Да, и пофиг. Офигенный одозорный. О, русский, бля. Русский есть. Вот тут вопрос чуваку надо было задавать. Сиди, короче, а я пошел на позицию, мне надо туда. Так и я тоже на позицию, как бы. А, блин, мне не туда. А куда мне надо-то? Мне на водонапорную башню вообще лезть. О, русский есть? Русский. Блять, вообще. Вот туда. Надо было заехать на литейную, это сразу крикнул. Русский есть? Русский есть? Угу. А вот тут русские, по-моему, есть. Ну, по-моему, да. Где? Ну, у меня внутри здания. Перебейте агентов у литейной. Погоди, я заложу еще. Беру Барретт. И... начинаем. А, русский есть? Никого не вижу. А, вижу. Блять, ебать, они там сносят, пиздец. Чуваки, не. Короче, сиди пока. Пока их сносить буду. Кстати, их Барретт ваншотит, если чё. Там чувак сказал, ну. Он сказал, не надо сюда. Да это могу часть отбивать, но они, блядь, трусы, сука, на самом деле, прячутся. Минус вертолет. Е-е-е. А причем. А, вертолет, блядь, ну. Да чувак, я его сбил. Мне пофиг на вертолет. У меня внутри тут целый ОМОН. Чувак же, короче, назад пятился от меня и об этот бугорок споткнулся. Блин, нормально. Хорошо, что даже такие штуки есть в GTA Online. Ну чё, русский есть? А, вижу. Конечно, есть. Вы чё, в Battleground играли, что ли? Он вылез именно с той стороны, чтобы я его не простреливал. Ах ты, сука. Аккуратно. Блядь, пиздец дамажит. Сиди, я вертолет пока еще один уничтожу. А ты видишь вообще, что внутри здания у меня происходит? Внутри нет, я снаружи тебя прикрываю. Ты снаружи, чувак. Снаружи там, блядь, хуйня. Хуйня? Блин, у меня половины хп нет уже. Они тоже по мне стреляют. Чувак, живи. Я не взял ничего. Все, я их всех убил. В смысле, блядь, я же тебе говорил, возьми. А я не взял. А у тебя регенов там? Да, у меня опять, А не, у меня в этот раз до половины, сука, отрегенилось. Фак. Баги, блядь. Да, это баг был в тот раз. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё, как больно? Воу-воу-воу. Чувак, всё-таки надо брать, поверь. Сейчас тебе это ограбление научится ценить конфетки. А нормально, их Барретт в грудь ваншотит. Барретт? Да. Короче, пусть они сами на меня идут, я заебался их ждать. А, у меня примерно еще 1 000 000 врагов здесь. Ну, короче, могу утверждать смело, дозорному ни хера не проще, серьезно. Тут укрыться просто негде, на самом деле. Уютная позиция, в принципе. Ага. Удобная позиция, да. Не, ну удобная-то она удобная, да. Как вы с тузишек ваншотите, чуваки? Я не понимаю, научите. Да им просто дали, во-первых, аим, который у них всегда был. И еще дамаг от этого увеличили, и все.
Вот вся их фишка. Капец, да они сколько идти-то будут? Не надо, не надо, не умирай. Да, блять, они не высовываются, я не могу их даже убить. Все, ничего. Ограбление, это, конечно, да. На. Вставай. Думали, сложно гений преступного мира сделать в первом, ага. Ша. Вот, тут второе докажет, кто здесь крутой. Тут просто сложно пройти для начала хотя бы. Да. Да где? Так мы еще и на харде, кстати, начали-то. Вообще нормально. А на другом и не имеет смысла. Ну да. На другом и нету смысла. Блять, гранаты можно тут кидать? Не знаю. Да, у меня такое чувство, короче, как будто они появляются до того момента, пока ты там сидишь в литейной в этой. Погоди, я... Гранаты... Ой-ой-ой, тихо-тихо, у меня аж прицел пошатнулся. Ты это, все-то не уничтожишь, нам же уходить еще. Ай, блядь. Вот это русский акцент. Ступидасол! Ступидасол. Ступидасол. Как мне их убивать, ты мне лучше скажи. Я не знаю, блин, у меня самого тяжело. Если я сейчас к ним выйду, я просто буду вот, не знаю, как, на той картинке. О, вот это красивый выстрел сейчас был по пилоту вертолета. Бля, он что, упадет на меня? Нет! А, нормально, не на меня. Fucking assholes. Один раз в 20 минут чувак какой-то на меня бежит, дурак, я его, конечно, убиваю. А в остальное время ни хрена. Они подо мной остались уже. Они растягивают за счет того, что боты аимботят, блядь, и у них сложность, ну, в смысле, урон от них вообще очень такие нехиловые. Может, такое только на харде? Я хрен знает, но нет, я не собираюсь от него отказываться при этом. Так я тоже. Ну, подкрутка, значит. Не знаю. Да, надкрутка. Да вы, чувак, русские вот... дауны. Я вот чуть-чуть высовываю, буквально чуть-чуть, блядь, сука. Не... Тебе долго там еще дрочить, блядь, в литейный? Очень. Да. В смысле? Ой, ой, блядь, это зря я их столько убивал. Да. Там просто чувак с какой... Слушай, насколько боты умные. Я все время с Баррета ваншотил пилота, да, на вертолете. На этот раз этот конченый, короче... поднялся выше меня, чтобы я пилота, да, не смог убить, и меня с пулеметной очереди ваншотнули с вертолета этого. То есть ботам реально тут интеллект... Ой, блядь, я продолжил случайно, нажал перезапуск, перезапуск. Я нажал перезапуск. Тут реально, короче, ботам искусственный интеллект добавили, походу. А я, чувак, я вот реально сейчас близок, давай вот прям поживи. Да живу чуть, я. Прям. Нормально все. Если сейчас старые волны прям перед носом не будет, то третий. Я... То я все изи сделаю. Ага. Серьезно. Я ему в жопу, блядь, стреляю, он не дохнет. Вот как так будет? Блядь, сука. Чувак, стар, просто нахера. Все, последнего добиваю, почти последнего. Все, 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 все. Да я живу. Есть, все, заебись, погнали. Точнее, я погнал. Погоди, не выходи еще тут, внутренний... Ой, а, понятно, блядь, зареспаунились, пизду их. Я понял. А, третий еще волна есть. Нет, сверху активизировали спидера, которые не были сначала видны. Теперь надо их понемногу выманивать, иначе я так сдохну. А есть тут другой вход? Ага, тут. Нет, придется просто по чуть-чуть подниматься. Ну, что делать? У меня вон бесконечность врагов. Тут энергетика, но это другая игра, поэтому не работает. Да. Иван нахуй сдохнет! На колонках, блядь. За наколонках. Кстати, а чё он с Иваном на колонках? Ты откуда я знаю? Это теперь тебе видней. Не знаю, не спрашиваю. Чувак, я вот прям вообще близок, как никогда. Да я живу, живу, нормально все. Заканчиваю уже наконец-то эту фигню. Погоди, я вот... Я. Ага, тут еще укрытие, ясно, блядь. Сейчас еще волна пойдет. Блядь, прятаться негде! Жру, 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 прячусь, блядь. Хорошо, что я в литейную не пошел. Не, молодец, молодец. Ну в следующий раз лучше, да, махнемся, наверное. Не, тут укрытие реально, вот наверху теперь уже нет, надо прям по чуть-чуть.
Сейчас бы еще были так. Он, блядь, просто из-за стенки хуярит. Он просто. Вот смотри, представь, какой-нибудь индийский фильм, блядь. Ага. Где чувак просто руку высовывает в угол, блядь, и стреляет и попадает в голову. Да. Так же сейчас. Я сдачу. Сука. По мне так же ваншотят. И не понимаю, как можно так обосраться. Ну чё, я не знаю. Он говорит, гитового хер, да пошел ты нахуй. Пиздец, боты ебаные. Вот сейчас я стою на месте, вообще не выглядывают. Он чуть-чуть выглядывает, чуть-чуть, да? И все, блядь. Угу. О, ваншотнул. Тихо, погоди. У меня вот, кстати, нихуя не осталось. Если они сейчас меня где-то, блядь, там из жопы мира появятся, мне пизда будет сразу. Сразу говорю. Ох. Чуть-чуть иду. Они у меня просто запылить. Бесконечно уже идут, мне надоело их отстреливать. А, они теперь внизу зареспавнились. Класс, класс, класс. Блин, обалденное второе ограбление. Теперь надо мне этого болвана эвакуировать, блять, при этом самому не сдохну, блять. Это как, блять, вообще нахуй? О, лол, ты тридернул мне вертолет еще один. Ну все, теперь вторая волна точно пошла, блять. А у меня третья уже, мировая. У этого пацана нету ни оружия, ничего, естественно, он мне даже не поможет. Ага, ну да. Сам. Дядя, сам. Сам, блять. Все сам. Сам. Все сам. Все сам, блять. А зато он может прятаться там, где я не могу. Класс. Здорово. А, ну, кстати, их вроде поменьше. Но это обманка, блядь. У меня их опять бесконечно. Чувак, я не знаю, что мне сделать, честно. У меня и здоровья почти нету, и выбегать сложно. Я не вижу просто, где он. А, вот ты, пидорас, блядь. Все, нашел его. О, тачка. У меня вообще нету, кстати, но это обманка. Я знаю, у меня вон машина едет. Да сука, иди, блядь, Рожковский номер 2. Это, кстати, реально Рожковский, блядь. У которого в 100-500 раз сложнее это, ну как, эвакуировать. Ой-ой-ой, тихо. У него всего лишь пистолет, блядь, чё ты не ваншотишь, ты ж бот ебаный. Даун, камон, блядь. Серьезно? Я не даун, блядь. Даун, ко мне в дверь забегают, там вроде, чуваки. Вот это я уже не знаю. Потому кстати, что... я у тебя в здании не вижу, ой, снаружи точнее. Ну да, у меня я снаружи бегу. Есть, да. Помоги мне с дверью, тут дохуя, сейчас буду. Они у меня не все кстати, помещаются. Это... А этот персонаж, интересно, дохнет, блядь? Может, я да. Не хочу, если я честно, я не хочу проверять. Все, живи. Мы наконец-то вышли отсюда. Все, я последнего, может, добьешь? Он под вышкой у меня, я его не вижу. Он прям подо мной вообще, с пистолетом. Я нихуя не вижу, у меня больше нету, я не вижу тут. А. Так, а где у нас... А на чем мы уедем-то, блядь? Броневик. Помогите достать его. Подгони его, если можешь. Я, если слезу, меня убьют, я говорю, подо мной чувак с пистолетом стреляет. Сейчас. Прям подо мной, прям под вышкой. Тут еще один есть, кстати. Ой, блядь! Тихо. Я вот не знаю, ты его убил, нет? Подо мной, прямо подо мной он стреляет, не слышишь, что ли, с пистолета? Нет. Да куда ты лезешь, блядь, персонаж? У меня музыка играет, ну, из роли, блядь, из игры. Я не слышу. Господи. Я не знаю, как мне его убить, я вылезти боюсь туда. Погоди, давай тачку хотя бы возьму. Бери. Давай Рожковский номер 2. А может ты там посидишь просто, я доставлю его спокойно. Я не знаю. Или подъехать, блядь. А, вон он, вижу. Я ж грену, блядь, кинул, я же не знаю, что с ним делать. Сейчас, секунду, погоди, мне надо микро-ПП взять. Да сука! Shit, погоди. I'm out? Убей его. Сейчас, погоди. Или я сейчас лезу, блядь. Да, погоди, стой, не rush. В этот раз. Ой, где он? Это не ограбление, это дичь просто. Это дичь. За столько денег. Я так шибить, я тебе компенсирую эти страдания. Ой-ой-ой. Вот он, блядь, за стенкой прям, я не могу ему ничего сделать. Езжай, не знаю. Ладно, я слажу. О, блядь, он меня сейчас убил. Вот. Спасибо, я уехал. Я его убил, все.
Все, погнали, погнали нахуй. Погнали. Да, это жестко. Очень жестко. На сложном уж точно, блядь. Хочешь прикол? Не хочу, я хочу доехать. Погнали. А, чуваки, это было жестко. Я надеюсь, сейчас не будет там 100-500 погонь, блядь. Зрители, вы увидели примерно, ну, 3-4 минуты этого геймплея. Поверьте, у нас это длилось минут 50, наверное. Я вырезал всю битву просто полностью. О, понятно. И как нам ехать? Я даже жрать ничего не могу. А, да я стрелять буду. Я прыгнусь на X на всякий. Давай. В этой тачке, кстати, нету ракеты, так что. Только пулемет ебан. Ни автоматов, ни пистолетов. Не, пулеметов. С которым, блядь, не поуправлять нормально. Ура, РП за присутствие шефа. Да похуй на шефа, блядь. Сука, я хочу доставить это. Да раз, блядь, NPC еще, блядь, помешайте, но. О, всё, погнали, минус. Погнали, погнали, разгоняйся, нахуй. Говно, ебаный. Фу, блядь. Если они этот баг исправят, я нахуй, блядь, не знаю, что есть. Сука, это так жестко, пиздец. Как тут не сдохнут? Как тут не сдохнут, блядь? Ну можно, конечно, если придрочиться. Bullshit. Если придрочиться. Не, знаешь, какая тут тактика? Смотри, надо сначала сперва правых чуваков убить, ну, если блетейном. И кто наверху стоит, потому что они тоже будут мешать. А потом уже по краешку там можно пробежать, в принципе. Ну и то аккуратно. Да, бот ебаный, ты, сука, там сидел спокойно и... страдали. О, вертолет! Пусть он ракетами еще. А вертолет, он ракетами... Видишь, он с пулемета хуярит по нам? Ну, пулеметы, да, это они могут. Ракеты ни разу, кстати, не видел, чтобы он хуярит. По мне били вообще-то, когда я около литейный был. Именно когда едешь, он вряд ли будет хуярить. Он догоняет! Они не успеют. Да, гони нахуй. Агент 14? Два вертолета. Да пошел ты нахуй. Я уже не знаю, как реагировать на это говно, блять. Это реально сложно. Ну, да, в этот раз что-то со сложностью они, по-моему, переборщили. Я топ-1, блять, быстрее возьму за 3 секунды, чем... Вот это лаги. Не, на лаги похуй, я нормально еду. 2 километра почти. Да я вижу. Вся эта мудотень, Богдан. Гаддем драйв! Сейчас бы еще вылетит. Да. А я, кстати, сейчас вылечу. В окно. Обнова Windows 10. Ага. А, как, блять, у какого стримера? Ты мне, по-моему, кидал? Или нет? Или я где-то смотрел? Короче, у него там рестартанул с пика. Не вовремя. Наверное, ты кидал. Пизду, если все, наконец-то, блядь. Назойливый сопля. Ура! Блять, ура, нахуй. Сука, я тут аккуратно заеду. Ладно, я беру свои слова назад. Avenger — это детский сад. Вот это, это пиздец. Okay, here is ULP. My men will take him from here. Someone put me on the phone to Rickman, блять. Ну? Ему телефон дать, блять? Нет, теперь 5 звезд. Блядь, кому бы... Чувствую, подлодка вообще пиздец будет. Нет, подлодка, мне кажется, наоборот, изично. Ну? Наверное, подлодка, блядь, ее ебашишь, там, не знаю, зашел, блядь. Что думаешь насчет третьего подготовительного? Я не... Я хочу добить это второй этап. Ну ладно, гоу. Хотя вот я... Ты уже почти все выполнил? Не, подлетай-то. А что надо сделать хотя бы, скажи? Этот опять бронированный угнать. А, да, точно я помню. Да, все.
Ну, туда же лететь или, или в город? Ну, в городе тут. Я не знаю, где. Блин. Ну ладно. То есть сегодня мы только второе, да, проходим и все? Да, нет, третье, что-то, я думаю, хватит. Собросьте гранату со светочивым газом, чтобы поднялся бунт. Вот, вот это мувы. Вот этого не было никогда. Да, таких мувов, не, в GTA 5 только был вон в этой сюжетке. Ну это в Синове, да. Я в онлайне такого не помню. Боже. Газовая. А где это? Ну газовая, газовая граната, да. Светочивый газ. О боже, Владимир. Боже. Задизлайкуют. Да пофиг, не мой канал. Ну, блин. Разберитесь с бунтующими. Я уже лечу. Чувак, ну, в принципе, у меня есть мини. И это не, та- не те боты ебаные, блин. В смысле? Подготовка к ограблению провалена. Бунтовщики убиты. Так и... Разберитесь с бунтом, и, блядь, они все красные. И чё я с ними должен быть? Не убивать, блядь? Ну. Ладно. Ну все заново. Попробуем. Может, я там NPC какого-то не заметил и... Их не надо было убивать. Это как в Vice City в начале. Надо тупо бунт устроить. А, и ну, дождаться, потом... когда приедет полицейский фургон, и тупо украсть этот полицейский фургон. А, боже, бля. Нахуй их красными тогда делать, блядь? Просто сделали бы, не знаю. Да никак бы не сделали, на самом деле. Зачем их вообще на карте отмечать? Ну, бунтуют все и бунтуют. Мне главное, это фургон. Ну, точнее, игроку. Rockstar тоже в каких-то... Ну, в мелочах как-то странно. А, если слишком много бунтовщиков погибнет, задание будет провально. Я... Они всех... Видишь, блядь, разберитесь с бунтующими. Я немного переоценил задание. Капец, ну что происходит? Да, я вижу. На. Они тут битами уже бьют друг друга. А, скорость, да, блядь, теперь будет спецназ. Их можно было же просто этими битами или чем-то подобным. Да. Ну и где полицейское дерьмо? В общем, нам надо... Хотя вот я не знаю, интересно, они за день пофиксят баг, блядь? Могут. А вот и этот... Там... Ебать, вот это фургон, блядь. Ну можешь хотя бы все-таки на двоих добить-то все ограбления. Вот только это перерыв. Фургон! Какой? Это этот, бульдозер, короче, целый. Ну или кто они уже там? Мне должно быть место на жестком диске, наверное, чтобы закончить за день. А, скорость от полиции. Ну, залей. Ну, не, смотри, давай так, мы до второй допроходим. Ты заливаешь то, что у тебя имеется, удаляешь, ты же не хранишь себе все эти материалы? Нет, 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 конечно нет. Ну, если будет желание, третья пройдем, а если нет, то да. Но перерыв точно будет, вот, по крайней мере, после второго. Даже очень большой, наверное. Слишком жестко. А, ну чувак, ты едешь? Скройтесь от полиции, так, ща я позвоню этому дауну. Я тоже позвоню, мне почему-то привезли. А, да, вот этот таран, кстати, из трейлера, который я видел. Yeah. Понизь уровень розыска. Я уже понизил. Все. Капец, блин, этот RCV неплохой такой таранчик, на самом деле. Я доехал. Это не тебе был сигнал. Я так обозначаю, что я обрезал всю поездку. А вот и RCV. Бич. Все, есть. Подготовка к ограблению выполнена. РЦВ доставлен, РСВ. Ну, а что сидит в бункере? А что такое RJ? А, не знаю. Не, реально. Вот есть DJ, а RJ. Не знаю. Блять. Сейчас. Voice chat.
Вообще в тему. О боже, это кто тут зашел? Крутой. Босс. Сбор жестких дисков, начинай. Так, я просто сейчас гляну. Нам нужно будет... А что такое ЭБУ торпеды? Потом мы узнаем. Электронные... Электронные блоки управления торпедами у торговцев... Ты только не начни это случайно. Не. Вот, давай. Хотя, кстати, знаешь... Какая нахуй разница? Не, я сейчас не буду так начинать. Ну просто в целом, можно наоборот делать. Сначала все снаряжение найти, а потом уже миссии делать. Так, наверное, даже покруче будет. Но у нас идет все по порядку, поэтому начинай. Ну да. Ну. А, сейчас будем водометами хуярить. На таране водомет же есть. А мне главное русских даунов убить. Начинается RJ. Давай, начинай. Музыка охуенная, блядь. Каждый раз, причем новая, она реально, по-моему, прям под, ну, под ограбление подобрана. А кто круче, оператор или сбор данных? Оператор, так понимаю, тушит, а этот собирает, ну понятно. Ну ладно, гоу. Да похуй на самом деле. Потушите огонь, используя водомет, не дайте просто. Ну, попробуй чуть-чуть. Да уж, элитные костюмы. Для гения преступного мира. А, 150 тысяч долларов. Да. За шлем. Паны солнце. О, диск Жокей, поехали. Ну, чувак, научи меня пользоваться пулеметом, водометом. А, понял. А, ну как тебе эта тачка, которую не стоит покупать? Говно. Хотя. Был, вот, кстати, Крит как раз таки любил пожарку вызывать и всех хуйню этой, ну, типа, сбивать. Угу. В принципе. Знаешь, такую бы летом в жару. Приехала такая и подкидывала. А у нее еще есть какие-нибудь возможности лучше? Минус ФПС у нее есть. А на бронированную? Угу. Ну тебе все равно придется, да, я так понимаю, выйти. Это мне можно тут. Да. Ты будешь тушить, а я буду ошметки данных собирать. Боже, жесткий диск. Да. Ради. Ой. Есть небольшой интерактив. Прочитай последние три слова. Stonward Salmon Forks. Второе слово, я не уверен, что это правильно было. Да нормально, да. Блин, меня просто всегда прикал, когда такой акцент делают, как вот это. Жезлов. Ну это скейтборд. Скейтборд, да. Не, тут надо вот так читать. Цемент. Цемент. Цемент и цемент. Да. Вот тут бы жезлов точно прочитал. Да. Цепочка. Цниточка. Цепочка. Ага. Вот это, блядь. Я поехал. Вот это поливалка, блядь. Немного увлекся. А, кстати, на гражданских было бы неплохо проверить водомет. Немного нет. Не, именно на людях, на пешеходах. Ну что там проверять, они упадут, ну. А. Что будет, если? А что будет, если они упадут? Что если мы пройдем это ограбление? Пройдем. Мы едем снова в Литейную. Не. Ну? Ну, чувак, завалим меня. Да. А, блин, вот, я, наверное, уже говорил, но элитные испытания как ачивка, это хуёвая идея. Это да.
Никогда ее. Давай туши. Туши нахуй. Да не души, а туши, блядь. Да, блядь, мне в дерево мешает, он застрял. Как оно тебе мешает, если ты в него даже не въехал? Вообще-то мешает из-за крана. А. Туши, туши. Все, потушил, погнали дальше. Погнали дальше, да. Надо было полегче машинам делать, ну серьезно, блядь. Цель би сейчас сдохнет, нахуй, рожби. Погнали. Это убивает так-то? Да-да-да. Кстати, на них что-то струя особо не действует. Да и фиг с ними. А они не мытые москали. Ты не это туши, вон туши. Все, пошел я собирать. А ты сиди и не знаю, как не крой. А они будут же поджигать еще? Хуй знает. Меня-то не мой. Я хочу. Едь. Они забирают файлы? В смысле, где они забирают? Я забрал файлы. Кашки, едь. Точки А. Это немного слоупочная машина. Ну, вроде все. Это все, что требовалось? А, понятно. Еще в городе. Ну, да. Ладно, это пои, это расслабон, по крайней мере. Ну да, это тебе не литейная, блядь. Это в городе, а потом где, блядь, под водой, что ли? Горит, блядь, под водой. Это не Спанч Боб. Да. Не, в одной серии там было типа, эй, как может гореть костер, если мы под водой? И чё он? Его потушили. Разрабы. Угу. Да-да, пошёл агент. Мне похуй на агента. На. Минус. Я попаду с этого револьвера. Последний выстрел. Ладно, понятно. Ну да, Rockstar тут решили так, раз уж ограбление выпустить, постебать немного всего и все. Да. Мув. О, теперь три, давай. Блять, как туда? Вниз или куда? А, ну, наверное. Вниз. Да езжай, блять. И как я тут? Ладно. Въезжай. Что, сначала это? Да. Да? Ты, в принципе, тут оставайся, а я пойду этим. Да. Умри уже. Хотя давай вместе, не, ну, а то, блядь. Давай я, наверное, сразу заберу. Давай. А ты иди там, дави, кого сможешь. Ну ладно, хотя бы. Тебе все равно таран. Да они, кстати, мне простреливали так тоже. Не, все-таки сносит. Я их убил, блять, водой. О, нормально. Ну только это надо прям долго держать. Ну русских. Да. Немытых. Да. И надо сдалека, потому что если ты вблизи это делаешь, он не сносит. Ой-ой, что-то больно, чуваки. У меня, кстати, тоже не очень. Со времен, кстати, сингла, когда тут за собакой бегаешь, это место особо не использовалось, по-моему. По-моему, да, тоже. Стой, не полез, особо я не вижу, куда стрелять. Дай их валю, ему. Я вижу. Ну, учитывая, сколько у них ХП и то, что Rockstar ёбнулись
с искусственным интеллектом. Зато музыку нормально подвезли. Ну да, которую я так и не услышал. Да услышишь. Все, последний беру. Но это не последний, чувак. Ну, на данный момент. Да-да-да, пидор, стреляй, стреляй, Мика. Пока у меня катсцены. А, отправляй, погнали. Всё. Почему зона тут, типа... А, это же, типа, мы, блядь, это... Да. Да, сука, развернись. Присутствие шефа, 200 РП. Где точка, алё, блин? Они говорят, тихо. Не понимаю. Блять. Так не могли раньше точку показать? Нет. Сначала сюжет, потом действие. Да, я лучше в роликах потом еще раз его гляну. Блять. Мне компас мой не очень показывает. Йо! Ну, из-за новизны интереснее, сложнее, жопа вообще горит. Угу. В принципе, 10 из 10. А присутствие шефа не меняется? Да. Найс. Вот это разворон, блядь. Ты, если что, они близко подъедут, прям водой их поливай. Поливаю. Данные горят, блин. Владимир, ты можешь быстрее? А вообще-то нету индикатора, что они горят, поэтому... Ну, 12 минут горят, чё. Они могут. Да. Малый Пепе. Пепе. Вот это рынок. На, сука. Вот это мусорщики. Надеюсь, это последняя точка. Я надеюсь, да. А потом сразу два подготовительных и еще целое одно. А потом еще пенал. А потом говно. А может и нет. О, 4 прям. Ебать, они горят тут. Давай, Владимир. Ну сейчас, изи экспресс, блядь. В смысле, я что-то... Мочи пока эти не... Мочу, у меня этот бронебойный. О. Туши. Рейншут. На. Их довольно тут дохуя, я не кажется. Давай сначала их убьем, наверное. Да туши, блядь, туши. Сейчас бы. Да я уже потушу. А, давай теперь убивай, да. А ты сам-то не можешь стрелять? Не, я только тушить могу. Да, блять, развернись ты, корыто пускай. Алло, ты умрешь? Нет, чувак. Вот там еще приехали. Да эти-то приехали, этих сейчас добьем хотя бы. А ну, блядь, ОМОН приехал. Бля, да. Висели вообще. Все. Пошел я за данными. Давай. Тут подскользнулся, конечно. А, сейчас такая толпа, блядь, нахуй. Мри, мразь. Еще идут, блядь, однако. Может, да. Ты все-таки не хочешь особо отходить? Да я особо-то и не отхожу как раз. Блядь, а они таки пробивают, нахуй. Я это давно уже заметил. Давай, я не знаю, как щитом... Бля, хп-то... Да, щитом вставай, потому что... Очень тяжело. Ну они, вот. Блядь, пробивают. Крышку снял. Да давай, бери. Да сейчас. Вот, беру. Кстати, так и надо-то вообще, наверное. Ну да.
Ну, это, знаешь, геймплей это чисто. Это фишки от Владимира. О, присутствие шефа. Давай, шеф. Давай, иди, следующий дан. Иду, иду, иду. А так там меня хуярят. Они, наверное, так и будут идти, короче, да, походу. Давай, сядьте, я подвезу туда. Давай. Езжаем. Цешку заберем. Давай. Вот это фишки, да. Вообще геймплейные фишки. Фишки нет. 9 минут, чувак. Да, я знаю. Походу возвращаться. Ну не за время же, это ж время горения. Ну хуй знает. Ну давай к последним. Сейчас надо новые сделать. Ну, в принципе, давай. Сейчас вон того убью. А, все. Нига. Еще одна. Да. Но я думаю, там уже только потопим и все уже потушим и закончится время. Нет, она слоупочная говно. Конечно, хорошо, что тушит там. Elysian Island. Так, на, блядь, это, кстати, с точки зрения логики, это самое тупое, блядь, задание. Бэкап... Чувак, который вкладывает в технологии и не знает, что такое бэкапы, блядь. То есть копии, блядь, да, надо делать в миллионах мест. Для миллиардера, конечно, сложно. А точно. Как нам вертолет сбивать? Похуй. Да. Страйк, блядь. Ну, в принципе, если я тебя закрою, выйдешь, там, собьешь. А, все, я сбил. Во, минус. О, ну ты флексишь. О, 5 точек, давай, туши, блядь. Вы издеваетесь нахуй, а? Давайте еще им X3, чтобы они горели быстро. Может, меня пропустят? Да. Спасибо. Конечно, пропустят, блядь. Да мало, кстати, нет, иногда бывало, блядь, глючит. Или заехать сразу. А как там заехать? Это пробивается или... Как вообще, блядь, туда? Нет, это не пробивается. Сука, а как? В объезд там? Да, наверное, да. Погнали, погнали, погнали. Ну одну ты... О, лол. Ну одну ты потушил, как, чем блядь? Да одну ты потушил, а дальше как? Ладно, буду так пробую. Сейчас. Ну, поезди где тут должно быть. Наверное, направо, блядь, да. Наоборот, надо было туда. Сейчас провалим и все заново, тупанул. Короче. Не, нормально. Просто тупанул. А, блядь. Asshole. Не, вот это второй этап говно. Ну, в плане сложности. Пиздец горит с него. Вот как сейчас они вот эти горят, блядь. Туши, блядь. Тушу. Если горит, туши. Ой, изи. Ну, еще два. Не, вот это, ну, точка последняя, да. Ну да. Такими файлами еще не закончил. Давай тут сразу забираешь, чтобы потом не возвращаться. Давай. Да-да-да-да-да, пол ко мне. Иду. Ну тут, сейчас схема та же. Тут патронов, конечно, больше срачишь, серьезно, в отличие от первых этих 5 ограблений. Если бы, знаешь, мы реально на гене пытались и без бага, то мы бы тут еще больше чего потратили. Интересно, ставки будут увеличиться за каждое ограбление? Ну смотри, то есть я имею в виду, вот второе ограбление еще больше дает, третье, ну третье. Ну, да, да, конечно. Надеюсь, да. Давай, собирай. Как вон наверху еще чувак. Да давай. Погоди, надо время найти. Да вот, нормально же. Я же закрывал. Вон еще сзади, блядь. А, вон наверху действительно еще не сдох. Он опять не сдох. Не, и нахуй я влажу. Это длится бесконечно, блядь, будет.
Я чуваку хэд даю, он падает, блять, а не умирает. Может, собью его? Меня бесит этот искусственный интеллект уже в ограблении. А, сука. Подъезжай дальше. А, да-да. Ну, не так. Так, теперь Б и А. Сейчас я там как-нибудь... Эй, чувак, чувак, ты... Да, нормально все. Вот, да, вот это нормально. Мне надо проехать. Бля. Погнали, 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 норм. Так давай, заслоняй его. Хотя хуёво заслоняй, конечно. Мне сейчас разворачиваться, еще хуже. Б взял, осталось А. Я по мне так-то хуярит. Альфа, альфа, давай. Погнали, погнали. Ну давай, давай, заслоняй меня. Заслоняю. Все, беру. Сука, дальше не могу. Все, готово. Садись, садись, садись. Все, погнали, погнали. Давайте только не до убежища, а просто, да, вот зону покинуть. Спасибо. А куда, блядь? А, все, пометили. Ну, мутноватое такое задание. Оно легкое, но мутноватое и долгое слишком. 20-минутное, блядь, подготовительное. Ну, чувак, в принципе, можно. Ну, присутствие шефа 200 RP. Лучше по 200 баксов. Да. Так, ну, не, вот все, вторую и... Все, исправит бак, так исправит. То же самое. Я, если что, хакну лучше, блядь. Если будет желание, да. Не, если будет желание, вот сейчас сколько времени, не знаю, 8 только, да? Mm-hmm. Если будет желание, то я могу продолжить потом, где-то в 10, наверное, ну, по времени так выйдет. Mm-hmm. Посмотрим. Вот. Ну, вот сейчас вот это закончим, и все, это уже, блядь, пиздец. Да, я не ожидал, что они такие длинные будут. Да. Если бы они релизнули апдейт, то ну хотя бы там, не знаю, 10, блядь. Когда там? Ну пораньше, да, короче. Пораньше, да. РЦБ. Вот это параллельная парковка. Пиздец. Параллельно небу. Ну... Неплохо, готово. Сейчас проверю место на жестком диске. Да, 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 хватит пиздеть. Бля, все, мне похуй, блядь, Владимир, просто похуй. Все, Владимир. Оп. Ага. Ну все, прошли, нет. Ага. Что-то долго она думает, блядь. Джи, взрывайся! Да! Платина. 35600. И 200 RP. Ну, да. Level up. У меня левел GTA больше, чем в Стиме. Это не порядок. Байт на крафт. Байт на крафт. Кидайте свои карточки. Трейд в информации есть. И, возможно, вы увидите в GTA 64. Русский есть? Да. А смотрящих русские есть? Нет.